До тебя дошла. И в лесу тяжек засветился еще. Вот 54 к тебе ползет. Уходи ты за 34. Денег 10 метров, чтобы на меру было уходить. Да, дальше 154 пункты засвечивает наш свет, выгоняет его с горы. Ну, то есть свет смотри просто у меня через снайпер, если не будет что-то так использование, что сейчас светилось. Ну, в принципе, кстати, надо по краю горы засветить. Я там сидел, там около церкви, ну вот около этих двух мельниц, а там 154 пункты засвечивает. Если тебя засветили, то падаешь вниз, потом вот здесь вот вылазишь, так слегка, ну и вместо тебя громко, то второй свет, падает вниз, вылазит слегка, подсвечивает наш огонь в зал, уходит. Башня тут 2 алтера, замыкающая над краем, попасть практически невозможно. А ты попросил не сложнее, чем наша четверка. Кстати, Саргазов, тебя что-то плохо слышно. Ну, у меня, правда, музыка играла, сейчас я убрал. Я не понял, мы засветили, что ли? Рядом выстрел произошел. Могут наугад стрелять. Скорее всего, такой да прострел. Не, наугад стреляет. Если бы они тебя засветили, они бы залпом дали. О, вот у меня засветка, это какая-то мелочь, это маус там за домиком фигачит. Ну, давайте не будем всей толпой, давайте вот наш ГВ-тигр по нему поработает, у него траектория вроде покруче, а остальные два пока давайте там по горе, короче, все равно фигачит. О, замечательно, одну грохнули. О, обменяю нашего, окей. Так, ну я не в курсе, короче, что там происходит, если они гору держат, тогда наш подсвечивает с края. Если горы нет, тогда наш, короче, залезает на нее из кустов светит. Или того, кто был в деревне, на горе остался. А, понятно, понятно. Окей. Ну хорошо, с горы, в принципе, деревни видно, так что пролететь по ней незаметно они не смогут, я думаю. Поле тоже я смотрю. На всякий случай, знаете, спустите одного товарища, ну кому там удобнее, вот немного вниз, там это тоже в лес, просто чтобы если 54 там пролетает, ну это ранил, мочил. Просто они все-таки могут там как-то вдоль края прилететь. Вот так, короче, вы понимаете. Ну, говорит, тигр долбанимался, если там накрываешь по траектории. Кстати, раз никого на горе, давайте тогда мы, значит, затаскиваем туда, допустим, ну, давайте вот первые две семеры давайте поднимайтесь на гору. И арта потихоньку перегоняется к семерам, вот 261, поскольку они побыстрее. Сейчас мы будем арту на гору затаскивать и там их оттуда выговаривать, короче. Давайте пока один 261 на самом деле, потому что они могут тоже гору рашнуть, это будет немного печально. А в принципе крути у них толковых нет. Дегол, сказано первые две семерки. Ну, три, там в принципе не так важно. Просто сейчас, если они рашнут по деревне, нам будет немного печально, если все семеры наши на горе окажутся. Мы их, конечно, семерами разнесем с горы, но они на шорту будут. Один вопрос, у вас на карте сейчас день или ночь? Что-то я не услышал. В чем вопрос? Я говорю, на карте сейчас день или ночь, а то у меня сумерки. Ну, сейчас, ну, у меня день. Так. День на карте. А у меня ночь. Лол. Лол, что-то там. Сервак отваливается. О, пипец. Да-да-да. Сервер упал. Окей, печально. Дайте на заход быстрее. Так, ну, окей, давайте тогда мы жестоко рашим, потому что сейчас у нас явно арты просто не хватит с ними дуэль устраивать. Окей, значит, я пытаюсь пройти на него маус, 261. Ну, короче, фигач, пока мы удобнее. Так, окей. Так, окей, давайте, значит, блин, делаем так. Значит, первыми пролетают наши семеры,
Т2 ЛТ пролетает за ними, там завяжется бой. Прилетает к их неоте, пытается вот так вот. О, два их тяжа тут, так что... Ого, вот засвет их неоты, наша ата может ее мочить. Так, окей. Цель захвачена. Я вот недавно отваливал, перегрузился, зашел в момент мощника. Был день, стало ночь. Не пробил. Оба за сарай. Не пробил. Стоят. Броня не пробита. Танк уничтожен. Семеру. Окей, харта включена, фокусите. У них вот два тяжа под ангарами, вот это вот единственный их не тяж. Наш свет полетает к картине, давай стрелять. Вот, наши, как этого, семеру отфокусите, сразу полетайте за ангары и мочите их на арту, пока она не ушла. Наша арта тоже это, ну там работает, пока мы сейчас свет засветят. Я убил одну. А, ты одного убил, отлично. Окей, так, тяжи, подходите и мочите этого, бля, ну ладно, нормально, зато он разрядился. Тяжи, подходите и мочите их арту, пока она не перезарядилась. Т-261 между залпами перекатывайся. Твоя задача потом подойти вот сюда и выковыривать их за коровников. Еще одну. Да, я вижу. Кстати, это все. Смешки вместе, вместе есть. Пишу, если что, так что это все сохранится для истории твоего нагибаторства. Ник, действительно, пока вставай в укрытие, если что. Ну, в смысле, взять там амбар, там их двое, там тридцатка и маус, они оба целые, так что дуэлить их тебе пока не надо. Если что, наша арта их выгонит. А где еще одна арта? Одна их арта, ну вот сюда ушла наверняка. Хули, можешь вдоль края пройти, вот так, чтобы тебя толпы видно не было. Вот вдоль края можешь попробовать прилететь. Если ты ее... Главное, ты можешь даже и не грохнуть, если ты ее засветишь, это 61-я, наша сила. Пусти, вот тридцатка вот тут еще. Если от бочинок посмотрим, не знаю. Но в принципе башня у тебя не кошляк, башня у тебя не пробьет, а босса я сам поставлю. Ну, 201, может, и цепь убьет, как тут пробивается больше. Так, семеры наши, давай это самое, не вылезаем в 30-ку. Ну ладно, хотя бы уже прилететь вниз, там за ангар, что и башня не закончилась. Прикиньте, их артан на захват поедет. Кстати, запуска можно, она быстро. Это на скорее всего как-то сделано. Так, давайте. Забивайте тогда толпой тридцатку. У него корпус слабый, то есть первый сейчас уберет. Да-да-да, походу артан захватает. Ну ничего не захватит, если что, мы опять. Ник, ты главное сейчас не сливайся. Что-то странно. Не, Ник, помоги семерку отпустить. А арта их мне пока не особо угрожает, хотя он тебя может пропустить. Слава. Так, народ, толпой вот выкатываемся на нашу 30-ку. Все втроем, мы должны и горку с этого зала проехать. Все это самое, Ник, мочи ее взял. Гасиком доберите, если что. Не, Ник, то есть 30-ка разряжена, давай быстрее, пока она перезарядилась, мы что не видим. Окей, ну давайте толпой маусом мочим. Ник, это тоже вставай на захвате, будем сократить гарантии. Так, народ стоит на захвате. Ну, хотя, пофиг, в принципе. Сейчас мауса постреляю. Окей, отлично. Ну да, все, уже захватили, поведли. Печально. О, супер. Опа. Блин, я затупил жестко, просто реально. Не знаю, как маус там вне поля моего видео. Вставай, захват, семерка. Тоба, в принципе, можете стать, он, по-моему, попадет. Я просто на него выехал, короче, я его не видел тупо вообще. Не знаю. Нас... Получил, короче, конкретно. Да-да, но... Да-да, ее тут нигде нету, у меня просветленка стоит. Не, ну мало ли... Мне кажется, на болоте осталось. На болоте, не, ну мало... Болото трассы. Нет, там все проехал. А, ну не на болоте. Не, надо
Да лучше на захвате мы взять, что тут уже дуэлить ее печально, она может покажать. Не, и спуск на захвате стоит. Ну, просто не хватит. Вон она, в углу стояла. То есть теперь разворачивайся. Этот, семерка, вон он, да. Семерка, двигайся лучше. Можешь на него идти, он сейчас на острова не убьет, все равно. А, вот он, все. Интересно, что это было действительно? Какой-нибудь удар электромагнитным импульсом по Москве? Я не понял, как он там проехал? Мы ж, я же там тоже и проезжал. Вот нет, как он там оказался опять. Маскировка, значит, раскачанная. Там вот в углу стоишь, там часто атак прячется. А, в самом углу. Да, да. Там вообще не видно, если на 50 метров не подойти, не замечаешь. То есть он правильно сделал, хитро, и не стрелял, пока мы его могли видеть. А, он не стрелял, да, просто. Угу, угу. Да, не, хорошо. Если бы выстрелил, его бы засветился, конечно. Окей, так, народ упал. И много у нас народу упало. О, было 21 тысяча, стало 10. Хера себе, 12. Надо на форум сходить, какие-то пишут.